И даже зеркало есть. Все красиво, все блестит. Сидеть удобно, видно хорошо. Едет тихо. Газ в меру чувствительный, потому что бывает такой, не только дотронешься, и ты уже уехал. Здесь мне нравится что-то, когда едешь на каблуках, это принципиально. Хороший обзор, и высоко, и широко. Красивая внутри, хорошие материалы нравятся, мне не дешевые. Руль не скользит. Красивая снаружи, очень красивая, прилично представительская. Можно какого-нибудь бизнесмена крутого возить. Сзади много места. Я мама двух детей. Как раз для двух автокресел. Впереди высокий папа. Еще два кресла. И дети ногами в переднее сиденье упираться не будут. Очень тихо. Автомобиль понравился. Снаружи хороший металл. Не консервная банка. Просторный, семейный. Действительно много в салоне. Сзади места и впереди. И мужчина. Рослый хорошо поместится, и компактной девушке тоже, и видно хорошо. Хорошая шумоизоляция. В целом все понравилось. Советую. Skoda. Simply clever.